16 апреля 2019 года. Нашел один сморчок степной. Хочу посмотреть синие ножки тут в балках терном. Посмотреть, масля там пока дождей, ветер, а вот тут растут такие грибы, как навозники. Но это уже чуть-чуть старый навозник, в молодом возрасте съедобен, вот такой вот съедобный, но я не беру, говорят, что с алкоголем ядовитый. Ну, мы когда-то по молодости ели с алкоголем. И ничего страшного, было прекрасный закусон. У каждого свои организмы. У каждого свое здоровье. У каждого все по-разному. Вон там еще дальше. Он здоровый там. Такой навозник, он немножко краснеет, потом чернеет, если уже старый, это уже староватый, видите, получается такой, ну, молодой, съедобный. Вот такие грибы-навозники, которые с алкоголем ядовитый, говорят. Так. Вот такой вот навозник. Он как стареет, начинает краснеть, изнутри чернеть и превращается в черную жидкость. Вот такой. А в молодом возрасте съедобен. Нашел одну синеножку такую мощную. Ну, что-то много не видно. Там в кусту целая змея. Вчера было столько синеножек. Ну, тут одна пока. Чувствую, что много их не будет. Вот там растет, там уже выросли. А тут, ну, тут вот одна, но немного. Хотя тут места, что тут их обычно достаточно. Ну, будем искать. Вторая синеножка такая хорошенькая. Ну, чтоб массово было, такого нет. Фиолетовая страфария, фиолетовая. Ну, будем искать дальше. Вот еще одна, третья, такая скрытая, укрытая, такая вот хорошая. Дождь идет, не густо синеножек. Тут осенью их больше. Говорят, что они растут где осенью, где весной. Вот тут еще одна спрятана, смотри. Это толстенная ножка. Капец. О. Поищем. Вот я посмотрел синеножку, немножко нашел. И тут пару сморчков всего. Таких маленьких пару сморчков. И сейчас направлюсь в лес. Дождь идет. Направлюсь в лес за коническими сморчками на свои грядки. Они там, может быть, уже выросли. Я буду срезать, если они есть. Балка Днепропетровской области.
все кругом выжигают, уничтожают. Вот смотрите, выжгли, варвары жгут муравейник, или кто-то выгребал его здесь. Они по-новому тут все собирают. Бедные муравьи страдают от людей. Видите, был он здоровый, кто-то или выгреб, что-то ему для лечения, может, надо было, или... А выжгли. Такие у нас люди сейчас. Вот мой Mercedes-Benz, привязанный к деревцу. На нем я грибов заготавливаю больше, чем на джипе. Таскаю. И он везде у меня пройдет, пролезет. Я везде с ним перейду, куда хочешь. И здоровый образ жизни. Так что незаменимый транспорт. Не успел я заехать на свое место, как уже вот два сморчка. Конически здесь мое место. Грядки. Я не ухаживаю, но хожу, собираю. Вот в этом леске. Сейчас будем искать. Вот, собираю потихонечку. Один. Второй. Там он еще, смотрю, там вдалеке. Ну, не сильные, но грядки. Кое-что есть. Кое-что есть. Будем собирать. Вот такой длинненький. Такой. А там он шляпа загнутая какая-то. Вот какая шляпа загнутая. Интересный такой. Ну, сбор небольшой, но тем не менее. А запах такой у них. Запах. Сморчки конические. Темные. Нелегко. За ними побегать надо, за теми сморчками. Ну. Все, заканчиваем. Дождь закончился.